94 года, когда Амброзия начинается, я уезжаю из страны. Ну сейчас я уже, блядь, веду в военное положение всегда. Игорь Валерьевич, блядь, ёбаный в рот, блядь. Сука, попался ты бы мне, блядь. Как тебе? Я бы тебя обнял, блядь. Тебе бы налил 100 грамм, блядь. Да просто боже, я уже бутылку захуярил. Да какой нахуй бутылку? Я человек пьющий. Давай. А я виски. Хотя я люблю водку. Давай водку выпьем. Не, мы уже водку сейчас уже завтра выпьем. Давай завтра выпьем водку. Да? То есть ставим бутылку и пьем водку. И пьем водку. Я а тебе покажу. Я смотрю на себя, я, блядь, белый стал. А ты за... Давай выпьем за тех, кто погиб за идею, и за тех, кого, блядь, без идеи бросили, блядь, ни за что поебать. Я хочу за них выпить. Я тоже. Потому что они, пацаны, эти 20-летние, 22-летние, блядь, которых пидорасы эти, блядь, правители бросили, блядь. Согласен. В окружение, в котлах, блядь, в этой хуйне выхода, блядь. Я хочу за них выпить. Потому что они не знали, за что поебали. Мы с тобой буханули, завтра мы... Подожди, я буду дальше пиздить. А ты с бокальчиком. Я с бокальчиком. С цветочками. И с цветочками. Я считаю, что, знаешь... Да. Слава России. Не могу сказать. Не подтверждаю. Я считаю, что ополчение Донбасса — это, блядь, прообраз украинской профессиональной армии. Но мы с вами воевать не будем. Так... Приезжайте к нам, мы вас ассимилируем. Мы здесь вас выебим, да? Не-не, выебим — это громко сказано. Выебите вы Лешко. Евреи нету, но я еврей 100%. Ты точно не еврей? Потому что ты Губарев. И ты тогда кричал, что я православный. Гиркин еврей. Гиркин еврей. Чтобы у меня мой друг и его двоюродный брат. Что ты смеешься? В институте. Гиркин, он еврей. Ну, не важно. Но он красавец. Дай сюда водку свою. Мы от одного произошли. Бога. Давай. Яхва. Ну, это, кстати, очень было обозначено. Что? Очень сильно. Неправильно? Очень глубокий парень. Лешко может отдыхать. А представляешь, нас с тобой наш диалог, блядь, запишет и покажет, блядь. Но Рост-ТВ, блядь, не покажет. А украинская покажет. А где кто покажет? Откуда вы? А где ты хочешь, чтобы показали? Ну я бы не хотел, чтобы что-то кто-то меня показывал, как я с вами пиво пью. Нет, блядь.